В понедельник, 3 сентября, в Орле почтили память жертв терроризма. У здания МФЦ прошла молодежная акция «Мир во всем мире». В этот день вспоминают трагедию в Бесланской школе, которая произошла 14 лет назад. Прошло 1 сентября, и мы счастливы, что у нас прошло спокойно, что все дети пошли в школу спокойно. И то, что было в Беслане, я был все время и на мемориале, и на кладбище. Конечно, это просто не вписывается в никакую логику и разум. Когда страдают абсолютно безвинные люди, дети. И я думаю, что наша самая главная задача сегодня – эту память и отношение беречь. Людей, которые погибли, 186 детей. Как можно оправдать, как можно смотреть в глаза террористам? Это зло, которое уничтожает наши правоохранительные органы, и мы все будем бороться с ним. Мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошли по всей России. В Орле провели еще патриотическую акцию под названием «Мир детям мира». Ее участниками стали ученики общеобразовательных школ. Для них подготовили программу солисты областного центра народного творчества.